взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». Виктория Прокофьева, 7 лет. Я очень много мечтаю, но у меня есть мечта, о которой я больше всего мечтаю. Я занимаюсь карате, и я хочу получить черный пояс и побеждать на соревнованиях, и стать чемпионкой мира. Но чтобы стать чемпионкой мира, надо усиленно тренироваться. И в этом году моя мечта потихоньку сбывается. Я уже получила оранжевый пояс, и очень скоро у меня будут первые соревнования. Обязательно верьте в чудеса, даже если вы не ребенок. И пусть ваши мечты сбываются! Взрослым о важном.